Всем доброе раннее Иркутское. Здрасте. 9:25 у нас за бортом. Минус 15. 20 минут назад выехали с Тулуна. Вот. Сразу в Тулуне начать снимать не получилось. Он ночевал не в машине. Ночевал у Ленки, у сестры. Вот, а на улице мороз. Короче, камера замерзла. Что-то не захотела включаться. Сейчас вот отогрелась уже, все. Пока едем, в кабине уже тепло стало. Вот. Побывали там, все нормально. Живут, растят свои проблемы. Их определенно больше, чем в обычных семьях, когда много детей, больше проблем. Сейчас справляются, смогаются. В общем, все, в принципе, хорошо. Слава Богу. Переночевали, покупались там, банька там, все дела. В общем, разговоры за полночь. Вот. Ленка детей в школу сегодня развезла. Ну и меня пинками выпихала. Говорит, хорошая, пора и честь знать, едь домой. Примите серьезно, это шутка. Говорит, оставайся. Тебе мама с папой приедут там. Они тут в деревне. У Андрея, Ленкиного брата родного, у моего троюродного. По своим делам. Я говорю, не, нельзя. Никак. Не получается долго задерживаться. У нас еще впереди. Ой. 5700 километров. Сегодня вторник. Поэтому надо байтом, утен дисциплинам. Че, погодка фартит, солнышко. Сухо. Дай бог, чтобы так и было всю дорогу. Сегодня куда доедем? Не знаю. У меня одна проблема. Канск. Пойти под мостом не стояли. Будут стоять, все равно поедем. Поедем, пустят, выпишут, хорошо, ну, развернут, не будешь же ждать, пока они уедут. Развернемся, уедем, поедем тогда на эту объездную. В общем-то, морозы там как бы, на ней должно все подмерзнуть, по идее, должна быть более-менее терпимая, как оно там. Недолго осталось, 64 мы будем в Канске. Погодка шепчет, можно топить. Ну а так, посмотрим, куда заедем. День длинный впереди. Что у нас тут будет получаться? Конечно, Канск. 10 минут и 40 минут, разница большая. Проскочил его по прямой через город и погнал. Посмотрим. Гадать не будем. Попытаемся, даже если будут стоять. А там уже как карта ляжет. Сегодня у нас уже бонусный час добавится, когда мы в Красноярский край заедем. Поэтому сейчас 9:30. Если смотреть по Красноярскому, уже 8:30. И это радует. Короче, в поддорожку покатили дальше по бескрайним просторам Российской Федерации. Повезли вагонку до города-героя Минску. А как-то там даже не столько вагонка. В ЦМРке написано там облицовочный щит что-то из сосны. Сосну везем. Я думал лиственницу. Но столько кубов лиственницы мы бы не взяли. Лиственница же она тяжелая. А здесь получается полная машина битком и 20 с половиной где-то под 21 тонну. Сосна. Штареф витебский тут заблудился. 100% скажем, с Монголии идет. Двоечка это у нас
нас витебские номера. А может это этот? Краголайн, хотя нет. Это раньше они там были, цыгачи российские, прицепы витебские. Сейчас, наверное, уже все на российских номерах. И это не Краголайн. Скания идет. Так предполагаю. Спрашивать не буду, какая разница. Вот предположительно, что он это с Монголии. Хотя, мало ли что уже. Возят куда-нибудь сюда, в Сибирь, на Дальний Восток. Что-нибудь, продукцию какую. С того же Витебска. Ну, груженный идет. Для антивора или как, ну короче, чтобы РФ не открыть, ну это так, от честных людей, скажем так. Это хорошо, груженый тоже двадцатку тащит, потому что вот. Ё-моё, что ж ты тут скребешь, интересно, зачем скребсти? Чистый асфальт. Вот это вот соскребать, он само растает. Сыпаните сверху, минус 7, и оно превратится в воду. Прошли. Дорожники почистили, сделали такую вот тут красоту. Скорее всего, да, дорожники пробежались. Но так это хорошо, смотри, подкинуло. Когда это тут было такое? Позавчера? Иркутскую область тут заметало, там что-то ветер такой был, это, наверное, воскресенье, да, когда мы возвращались с этого, субботу, воскресенье, когда мы в Искуте были. Хорошо так, походу, сыпануло. Так
скользковато, накатано. Тихонечку. Даже сзади вон пылюку подымаем снежную. Или зайдем так. Даже не шлифануло. Все четко. Мусорит, видите, впереди идет. Видите, это центр разгребает. Так-то у нас тут сухо, а вот центр нагребает и получился вот этот такой участок интересный.
такая шикарная природа. Там видно, Уда течет. Ну, не видно, она 100% там течет. Здесь берег пологий, а тот, смотрите, какой. Одни хребты. Такой хребет идет. И до середины голый. Наверху там деревья. Вдоль реки. Ну, Уда потом она туда, вправо уходит. В сторону Чунского. В Чунском же тоже она. Только она там по-другому называется. Уда, Чуна. Одно и то же. Как оказалось. Летом тут как красиво. На хребты на эти смотреть. Триста до Канска. Отсюда. Ориентировочно. ДПС, видите, она встречает пост рабочий, все провожает, если на восток тоже пост. Так же и сюда. Вот нигде больше по всей этой трассе постов ДПС рабочих нет. Только вот в Иркутской области. Слюдянка, всем известная, знаменитая. И здесь вот Таньшетский. Но это не он. Это развязка на Тайшет. С нашей стороны уже крайне. В общем-то, пост тут уже рядышком. Ну, а там туда-сюда и все. И в Красноярский край зарулим. Через 3 после развязки. Сколько от загрузки сюда получилось? 547 километров. Еще километр 548. Пока идем с расходом 35,1. Ну, сейчас-то, конечно, тут уже мы уронили. А так расход был вообще. Туда я в Тулуне был 38. Почти 39 даже. Тут тормозит немножко. Знак 50. Даже не только 50, но 40. Стоят, грустят. Тут как-то так. В Слюдянке там они это, практически никого не пропускают. Это там посерьезнее. А здесь так, спустя рукава. Не обидно, наоборот. Сейчас Бирюсу пересекем. То тут мостик. Ну, мостик такой же, как и был. Не, его подделали. Был намного хуже. Его сделали. Видите, только стыки такие. И асфальт положили на нем. Только стыки остались. О, с этой стороны, он, я смотрю, так понимаю, это эти колышки торчат. Наверное, сети стоят. Тоже зимой на Лене сети ставили.
ой, помню, там такого тайменя там выволокли. Что, лунку вырезать там? Башка не пролазила. Здорово, здорово. Ну, уже замерзший был, все. Ну, там ласты склеил, когда его вытащили уже. Вот. Потом его, короче, на две семьи разделили. Главное, что прикольно так. Домой принесли, да, все, они его там распотрошили, там, туда-сюда. И, короче, половина лежит так на столе. Одна часть. На весь стол, на всю длину. Хвост с одной стороны свисает, а башка с другой. Ну, пол башки. И что-то так получилось. Мама оборачивается, а он в этот момент возьми так, оп, оп, сделай это, этот пресс качнул, половина его. Какое-то сокращение мышц там или что произошло, не знаю. Мама там чуть из сознания не потеряла. Она такая, оба. Ну, потерять не потеряла, но стало ей хорошо. В кавычках. Еще ему переклинило. Такой какой-то этот спазм произошел там. И все. Вот. Красноярск 382. До Канска отсюда 145. До Канска надо где-то стать супчика похлебать. Все уже. В холодильнике нифига нет. Главное, чтобы мы здесь тронулись сейчас. С этой-то стороны нет. А с той стороны там песочек. Должна пойти, по идее. Я что-то попробовала, буксует. Ладно, я уже не стал ее тут. Не, пойдет. Пойдет, на песочке стоит. Куда она денется? Вот хуторок заехал. Соляночки навернул. Давно уже солянку не кушал. Это все грибной, грибной. Грибным супом мучился. Все, сейчас будем пробовать ехать. Ясно. 5 минут еще компьютерные дела здесь быстренько поделаем и можно выдвигаться дальше. Ну, как раз пауза получится, 45 минут. Вот. Хорошая солянка, мне понравилась. Вкусная здесь. Это вот практически граница здесь недалеко уже. Красноярского края, когда ночевал здесь на этой стоянке, но не кушал здесь ни разу. Или раз кушал, уже не помню. Но мне понравилось. Все, покушал соляночка, капусточка и все. Достаточно. Хороший обед получился. Земляки мои с Витебска, вот только что скотча парням дал, от которых я обходил Красную Сканию. Видите, посыпал, как камнями позашвыряло. В лобовике скол, но в лобовике не очень сильно, а фару вообще разбила левую. Да, они там вдвоем парни, оказывается, с Монголии идут. Говорит, скотч есть, его заклеить. А где, говорит, можно купить? Ну где-где? Говорю, Красноярск, а не. Ну или так, в Красноярске где-то в магазинах. Потерян сигнал GPS. А так, где вы еще купите? Нет, точно ничего. Однозначно. Только Красноярск. Ну заклеили, да Красноярска-то точно доедет. Че, пробуем? Поедет. Ага. На блокировку включить. Правое колесо-то на песку стоит, на песке. Не хочет, зараза, вы видите, что делается? А с мертвым пойдет. Все, поехали. Да, вот такая неприятность у парней. Вот вроде бы, да, на ровном месте. Ехали, ехали. Вот там. Да, я там эти вот обходили ж мы как раз эти КДМки. И вот они камнями им швырануло. Все, фара в хлам. Ну, стекло вернее. На следующем повороте поверните налево. Затем на следующем повороте поверните направо.
в этом скол. На следующем повороте на лобовом. Ну, на лобовом там не критичный. Там заделать, заклеить, и все будет нормально. Ругаются. Ну, что делать? Это зима. Проедьте 130 километров. 130 километров, это нам до Канска. Поехали. Что нам там в Канске? Очень хочется верить, что там никого не будет. И мы спокойненько его пойдем. 130 километров. Через пару часиков узнаем.
уезжают. Получается, вот куда только что выехал. И здесь контроль проходит, да? Смотрите, как бревно опасно лежит. Ой, опасно. Хотя тут вроде как цепочками и зажато. Но лежит опасно. Выскочил прямо перед мордой. И все. А, и тут и обгон запрещен, не обгонишь. В общем-то, мы-то все равно не торопимся. Мы сейчас тут в ингаше тормознемся с человечком с одним. Пересечься надо с коллегой. А тут ингаш-то вот он. Совсем рядышком. Ну так стрёмно лежит. Я не знаю, коники побольше делали бы или что. Вот это левое бревно, ну так стрёмно лежит. Он домой, мы на запад. На следующем повороте поверните направо. В основном тут по месту катается. Ну, я имею в виду по месту так. Тут Усть-Кут, Красноярск, ну вот в этих краях. Проекция 55 километров. Лям 600, говорит Джишка, скамеечка. Пробега. Ничего не делали. О, раньше техника была. Неубиваемая. Сейчас покажу. Вот эти. О, такие подставочки под кофе. Спасибо, тезка. Сканевские оригинальные. Класс. Подарил. Благодарствую. Это мы в Нижнем Ингаше вот с ним пересеклись. Мы как раз с Красноярска идет. Тайшетцы выгрузка, Нижний Удинск. Ну а мы дальше. Сказал, что сейчас, говорит, подъеду. По идее, говорит, этих быть не должно. Сейчас время 3. Как раз, говорит, они, говорит, в районе 4-5, говорит, их по идее быть не должно. Ну что, заводимся, поехали. Ну дай бог. Чтоб нам повезло Канск проскочить. Так не хочется на объездной лес. Просто, ну, не передать словами, как не хочется. Посмотрим. Доедем, узнаем. 53 километра нам до Канска. Как раз в районе часа ехать. Меньше немножко.